Болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические заболевания легких – это и многое другое позволяет выявить диспансеризация. Как рассказала заведующая вторым амбулаторным отделением Магаданской городской поликлиники Лада Абрамова, именно систематические медицинские осмотры позволяют врачам получить наиболее полную картину здоровья колымчан. Это происходит благодаря широкому спектру обследований, которые проходят пациенты. Осмотр пациента, измерение роста, веса, измерение внутриглазного давления в определенных возрастных категориях, определение анкетирования на выявление хронических неинфекционных заболеваний, также проведение электрокардиографии для женщин, это проведение маммографии, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием мазка, а именно исследованием на выявление злокачественных новообразований у женщин. Определение сахара крови, определение холестерина крови, ну и дальше продолжение обследования по результатам выявленной патологии. За 7 месяцев диспансеризацию в Магадане прошли больше 10,5 тысяч человек. Не очень высокий процент прохождения диспансеризации у лиц старше трудоспособного возраста. Это женщины старше 50 лет, а мужчины старше 60 лет. Но мы понимаем, что как раз эта категория граждан, она... угрожаемая на хронические неинфекционные заболевания. Поэтому мы вот прям приглашаем эту категорию лиц для того, чтобы пройти. Вы при желании, вот эти люди при желании могут принести с собой амбулаторную карту. Мы посмотрим, что они проходили. Возьмем, возможно, какие-то результаты исследований для диспансеризации оттуда. Когда они пойдут на заключение к доктору-терапевту, нашему к доктору-терапевту, он может посмотреть, дать какие-то рекомендации. И я бы хотела еще обратить внимание, что мы бы очень приветствовали прохождение этих людей в субботу. Потому что в субботу люди чаще всего едут куда-то на дачу, на море, благо у нас в этом году погода позволяет. А в субботу вообще спокойненько пришли к 8, благополучно все прошли, сдали и вот потом прошли медосмотр. В этом году чаще всего выявляются болезни системы кровообращения и пищеварения, а также сахарный диабет. Причем многие пациенты до обследования даже не знали, что больны. Именно поэтому, по словам Лады Абрамовой, диспансеризации пренебрегать не стоит. Напоминаем, пройти ее можно во втором отделении городской поликлиники, предварительно сделав флюорографию в третьем. А чтобы избежать очередей, лучше не откладывать поход к врачам. Вас ждут ежедневно в рабочие дни с 8 утра до 7 вечера и в субботу с 8 до 12 часов. Олеся Хитогурова, Игорь Радченко, специально для Карибу.